Широченная спина. Чтобы сделать ее такой, лови три моих упражнения. Первое упражнение – тяга верхнего блока перед собой к подбородку. На выдохе начинаем сначала сводить лопатки, потом опускаем локти вниз, тянем блок до подбородка, небольшая фиксация, возврат в исходное положение. В этом упражнении очень главное не откидывать корпус назад, то есть вот такого движения не делать. Второе упражнение – тяга сидя блока к поясу в упоре ногами. Здесь методические особенности следующие. Не тянем поясницу, не тянем спину назад. То есть не нужно вот такое размашистое движение делать. Спина, она в принципе зафиксирована. Только вот верхняя часть, опять же, свели лопатки, потянули локти назад, вернули локти, развернули лопатки. И третье упражнение – это тяга на блоках с разворотом ладоней к себе. В этом положении ладони находятся от меня, но когда я начинаю тянуть, ладони разворачиваются ко мне и тяну я перед собой. И небольшая фиксация внизу. Ну а чтобы у тебя хватило энергии прокачать хорошенько все мышцы спины, принимай гуарану. И тогда у тебя будет...